Друзья, перед тем, как я выложу это видео, короткий вопрос к вам. Вот это блюдо, про которое я сегодня расскажу, пастуший пирог, обходится очень-очень дешево. Примерно на $30 ингредиенты, минимум 8 человек можно накормить этим блюдом. Получается сумма на человека, ну не знаю, 3-4 доллара. И у меня к вам вопрос, друзья, очень много уже видео на YouTube из разных стран, типа обед бомжа за $5, обед студента за $5. Хотите ли вы посмотреть вот такие небольшие зарисовки о том, как можно дешево питаться в Канаде, например, обед студента за $5? Приличная еда, фастфуд, полезная еда, неполезная, можно много что сделать. Друзья, если эта тема интересна, прямо сейчас перейдите в комментарии, напишите, а пока смотрите видео про пастуший пирог. Всем привет, это Аркадий, мы с вами в Канаде и мы на кухне. Друзья, сегодня я хочу показать вам одно канадское блюдо, которое даже канадцы не знают, что они его неправильно готовят, неправильно называют. В основном его заказывают в ресторанах. Кстати говоря, я не помню, чтобы я ел его у кого-то дома, сделанное вот с начала до конца. То есть, либо покупают замороженное, либо в ресторане. Но я сделаю его первое с начала до конца. Второе, я его сделаю неправильно, и я объясню почему. И третье, друзья, я вас прошу тоже поучаствовать в этом процессе и обязательно перейти в комментарии как можно быстрее написать, вообще интересно ли вам вот эти видео про канадскую кухню или я зря их делаю, и хотите ли вы узнать больше каких-то рецептов в ресторанах, что здесь есть, разных стран, народов, кухня, которая доступна в Канаде и которую я не знал, живя в России, путешествуя в Европу, живя в Европе, в Украине и в других странах, друзья. Блюдо это британская кухня, оно пришло к нам, ну, насколько я понимаю, из Англии. Но я в Англии был много раз, и еда в Англии, ну, я вам честно скажу, на мой взгляд, ну, наверное, самая невкусная в Европе. А когда она приходит в Северную Америку, она становится такой классной, и мы к ней так привыкаем, что канадцы внесли в эту еду свои, естественно, какие-то рецептурные вещи. А если вы досмотрите до конца это видео, вы узнаете, почему это не может называться Shepherd's Pie, а называется реально везде в Канаде Shepherd's Pie. Я вам объясню разницу. Я не буду рассказывать все, как, сколько грамм, куда и так далее. Я сам все делаю на глаз. Вот сначала мы сделали обычное картофельное пюре. Видите, оно у меня очень густое. И я сделал вода и молоко 50 на 50. Ну, молоко у нас не жирное, 2%. Но в Канаде я научился двум просто ужасным вещам. Просто за которые кулинары меня раскритикуют. Напишите ваше мнение по этому поводу. Итак, чтобы пюре было вкусным, в него кладут, ну, травы и чеснок, да, то есть мы здесь просто специи насыпали. Но дальше я сглатываю слюну. Либо сыр, просто вот так вот очень увесисто туда сыра, и пюре становится вкуснющим. Либо майонез, самый жирный, который есть, несколько ложек майонеза. И это решает сразу несколько вопросов. Во-первых, его не надо солить. Во-вторых, он придает такой крими, кремовый супер вкус. И в-третьих, это решает вопрос с яйцами, да, потому что нам нужно будет, чтобы потом это все запеклось. А пюре нам нужно пока будет перемешать и остужать. Друзья, следующим шагом мы делаем зажарку. Вот зажарка это то место, точнее та часть, где вы можете креативить. Как видите, у меня здесь лук, морковь. И болгарский перец желтенький. Но классическая зажарка это лук, морковь и сельдерей. Сельдерей для бульона дает очень хороший вкус. Я не могу сказать, что сильно люблю сельдерей, добавлять его не буду. В ресторанах почти везде у вас будет дальше либо зеленый горошек, либо кукуруза. Я добавлю зеленый горошек в свою зажарку. Вообще вся идея зажарки сделать фарш в итоге немножко сладковатым, да, такой сладковатый привкус от морковочки, от лучка и всего остального.
Если вы почитаете разные рецепты, там бульонные кубики еще добавляют, но я это все не очень люблю. Лучше побольше натурального мяса добавить, и вкус будет просто потрясающий. Вот такой экстракт дрожжей я добавляю. Он придает, ну, немножко такой, как даже не копченость и вкус, ну, сложно сказать, очень хорошо идет в разные зажарочки и в разные фарши. Соль, имбирь, черный перец, 1 столовая ложка муки, томатная паста превратят все это в густой соус. На самом деле добавил я вот эти дрожжи, потому что у меня нет вустерского соуса, который еще некоторые называют ворчестер соус. На самом деле вустерский называется. Он придает такой вкус, тоже пикантный. Но если у вас нет ни того, ни другого, бульонный кубик будет вам в помощь. А мы с вами дальше добавляем наш фарш. Фарш идет в классическом варианте Shepherd's Pie. Баранина. Но вы не найдете почти ни один рецепт сейчас с бараниной. Почти все рецепты с говядиной или телятиной. И мы не исключение, друзья. Но на самом деле это называется пастуший пирог, да, то есть пирог пастуха. И пастухи пасли овец, и, соответственно, готовили они все это тоже из баранины. А то, что мы готовим, и то, что готовят в ресторанах в Канаде, везде с говядиной или с телятиной, это называется cottage pie. То есть это, грубо говоря, дачный пирог. Это уже не классический пирог пастуха, который берут с собой в поле. Это на самом деле пирог, который берут с собой на дачу, потому что он долго не портится. И в нем и гарниры, и мясо, и овощи, все в одном. Вот, друзья, нам не нужно, чтобы мясо приготовилось в этом соусе. Важно, чтобы оно стало одной консистенцией с соусом. И затем мы уже доготовим его в духовке. В принципе, можно снимать, охлаждать буквально чуть-чуть красного вина. Это придаст дополнительный такой вкус для вашего блюда. Друзья, ну и уникальность этого блюда в том, что соус кладется не наверх, а вниз. Это, наверное, единственное блюдо, которое я знаю, где соус первым слоем. Видите, мы делаем два противня. Один противень мы сможем взять в гости, один противень оставить для себя. Кстати, если вы привыкли готовить надолго, то можно даже заморозить. Здесь у меня получается на два противня 1,5 килограмма мяса. Ребят, уже в холодное пюре я вмешал 2 яйца и чеснок. Почему в холодное? Потому что в этом случае чеснок дольше сохранит свой вкус. Мне это больше нравится. И, кстати говоря, пюре у нас, видите, так мелко размолото. Этого лучше можно добиться на блендере. То есть вот на обычной толокушке, вот такой вот мелкодисперсной, я не знаю, как сказать, смеси, ее добиться очень тяжело. Друзья, наш пастуший пирог или cottage pie или shepherd's pie в духовке. Но буквально пару слов истории о том, что это, откуда это. Как я сказал, в Канаде это считается британским блюдом, но на самом деле оно есть в кухнях разных стран. Вот квебекский такой пирог, он идет как раз таки с кукурузой. Там отдельно нижний слой это мясо, потом идет слой кукурузы, потом картофель. Наверное, больше всего преуспели в этом голландцы. Они добавляют туда даже яблоки могут добавлять. Ну, в общем, что только не добавляют. Смысл этого пирога в том, что соус не наверху, а соус накрыт картошкой. И, конечно, я в шутку назвал его дачным. Если сказать cottage pie, да, то это в основном пирог, именно который деревенская еда. Коттедж именно как жизнь в деревне. Но откуда это, опять же, блюдо взялось? Насколько считают кулинары, изначально его делали из остатков мяса. То есть туда добавляли остатки мяса, остатки ветчины, остатки овощей. И все это накрывали картофелем. Вот таким образом получился наш супер вкусный пирог, и который я делаю дома. У меня здесь мясо больше, чем картошки. Конечно, если вы купите замороженный в магазине или в ресторане, то будет наоборот. Огромный слой картошки сверху и внизу мясо с овощами и много соуса. Смотрите, как шикарно запекся наш shepherd's pie или пастуший пирог, или коттеджный пирог, не знаю, деревенский пирог, называйте его теперь уже как хотите, когда вы знаете всю правду, но остался еще последний штрих.
Это сыр для пиццы, и украсили мы все это паприкой. У нас этот сыр называется моцарелла, во многих ресторанах добавляют пармезан, но мне тут дома уже высказали, что не надо пармезан, будет носками на весь дом пахнуть. Вот, поэтому вот такой обычный сыр для пиццы, который вы используете, его можно сделать верхним слоем, он придаст дополнительную корочку и хороший вкус. И, друзья, на самом деле все это в духовке стояло где-то минут 35. Приготовление довольно длинное, около часа всего этого блюда, без учета духовки. А ингредиенты самые-самые простые. Интересно вам смотреть видео, где немножечко про канадскую кухню. Я считаю, что это такая тоже часть культуры. И хотите ли вы увидеть какие-то новые рецепты, что-то попробовать сделать сами? Друзья, спасибо огромное за просмотр. Если это видео понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк и пишите ваши комментарии. Всего вам доброго, друзья, пока! Вот такой у нас красивый кусочек в разрезе получился. Посмотрите, сверху запеклась картошка, как омлетик даже, наверное, да? Там много яиц у нас. И внизу соус.